Вітаю, дорогі українці! Знаходимося на підприємстві з виробництва зламостійких дверей та сейфів компанії «Моноліт». Мова сьогодні піде про взагалі ринок дверей, сейфів в Україні та, зокрема, що відбувається в нашій компанії. Начну з того, що компанія «Моноліт» на момент свого створення, навіть можна сказати, до моменту свого створення, вона і створювалася тільки ради того, щоб робити безкомпромісні рішення, безкомпромісні в плані защити від взлому, от скриті отмичками, от по звукоізоляції, по удобству, по надіжності. Всі показателі, щоб були на тому максимумі, який дозволяло би добитися на той момент часу і тими комплектуючими средствами на той момент часу, які можна було би достати. Тобто можна сказати, що там, звісно, 10 років назад був определений набір замків, цилиндров, был определенный даже набор оборудований, способов обработки материалов, которые мы в большей степени всегда пытались использовать. Поэтому вот эти все способы достижения, они всегда не были ограничены, скажем так, материалами, комплектующими, и что самое важное, временем для того, чтобы это все реализовать. У нас никогда мы не отталкивались от того, что вот там у нас есть минимальный бюджет, вот на этот минимальный бюджет мы должны, извините за выражение, что-то слепить, и при этом заказчик, на его взгляд, получил вроде бы то решение, которое хотел, но в первую очередь, исходя из того бюджета, на который он рассчитывал. Но в итоге это решение, оно бы не прослужило долго. Ну, я уже молчу за то, что если бы это коснулось попытки взлома этого изделия, то, естественно, это бы все закончилось печально. Поэтому мы отталкивались от обратного. Мы создавали решение, тратили на, как на создание этого решения, тратились на реализацию этого решения, тратились, имеется в виду, во времени, в специалистах, в обучении этих специалистов, для того, чтобы добиться того максимума, который можно только получить. В свою очередь, это что дало, как бы очевидно? Очевидно, это дало то, что компания «Монолит», она за вот период более чем 10 лет своей работы, ну, для сравнения, если сравнить, просто я уже этим занимаюсь 17 лет, и я знаю, ну, фактически все компании, которые и были, и есть, всю эту кухню я знаю, то по количеству как отказов изделий, рекламаций, по вообще по комплектации изделий в целом. Вот благодаря этому мы заработали репутацию компании, которая делает бескомпромиссные решения и очень надежные решения. И при этом за цену, которая, если разобраться глубже, то цена за любое наше изделие, которое, вот, допустим, уже, скажем так, распределены по тому бюджету, за который бюджет можно сделать это изделие, как «Монолит Стандарт» дверь 4 класса защиты от взлома, «Монолит Мускул» дверь 5 класса защиты от взлома, «Скала», «Стена». Все эти решения, они изначально разрабатывались, они изначально отрабатывались, и потом просто-напросто, скажем так, выходили уже как предложение для заказчика на вот эту цену. Не исходя из того, что вот есть там условно $400 на дверь, сделайте мне дверь там за $500, то такого как бы мы, скажем так, волшебством никогда не занимались. То есть мы предлагали решение, которое будет безотказным, и как показал уже более чем десятилетний стаж компании, то даже попытки взлома, отказы изделий, все это было на порядке, то есть в десятки раз выше, чем по сравнению с любым производителем на территории Украины. От философии компании изначально, ну, для чего мы здесь собрались, это группа мастеров, это группа людей, которые в первую очередь поддерживают вот эту философию. Философию, что надо делать максимально хорошо, насколько это возможно. А то, что это заказчик это захочет купить, ему понравится, как показала практика, это 100% факт, так оно и есть. Люди хотят хорошие вещи, и за хорошие вещи иногда, не иногда, а всегда приходится платить, но они стоят своих денег более, чем стоимость, которую люди за это платят.
Так вот, что сейчас? То, что как бы мы добились бескомпромиссных решений по защите от взлома, очевидный факт, и здесь ни одна компания, ни один человек не может, скажем так, нам что-то сказать, что мы делаем решения не самые мощные по, с точки зрения защиты от взлома. Мне там еще там 10 лет назад, 5, там, год назад, ну, мне всегда там как бы люди, которые тоже занимаются дверьми, постоянно, скажем так, встречая меня, они как бы, ну, там, образно берутся за голову и говорят, ну, зачем вы там делаете такие толщины, там, все это, как бы, как вы это все носите. Но это все, скажем так, причина, ну, одна из причин, по которой вообще, в принципе, не хотят производители делать такое. Потому что у них нет возможности обрабатывать такие толщины, у них нет мастеров собирать эти все толщины без катастрофических деформаций, которые при таких толщинах они неизбежны. И с этим надо разобраться, и на это надо не один и не два года, чтобы человек научился это делать. При максимальной защите от взлома и тех деформациях, которые из этого выходят, то добиться там звукоизоляции, какой-то надежности, это все как бы остальные параметры, они страдают, если их, ну, не научиться делать правильно. У нас все заточено на то, чтобы делать тяжело, сложно. У нас все производство заточено на такое. На протяжении всех 10 лет мы не делали 10 лет назад решения, которые делаем сейчас. Не из-за того, что мы их не могли делать или там не хотели их покупать. Все равно идет совершенствование, определенная эволюция, как в системах запирания замков, имеется в виду цилиндровых механизмов и всего прочего, так и эволюция в плане всего этого внедрения и повышения, скажем так, уровня защиты этих замков относительно замков как таковых. Поэтому нами была разработана как сама броненакладка, так и технология ее производства, термообработки, полировки, это был тоже долгий этап. Наших каленых пластин, которые также нет для сравнения компании, которая может себе позволить использовать такие толщины каленого металла в таком количестве. И все это в основном показало на недавних событиях в феврале месяце, когда пытались неоднократно ломать наши двери, и все это заканчивалось безуспешно, с просто немыслимыми, если брать это как счет в спорте образно, когда 200 квартир ломают, и одна квартира из 200, только наша дверь не взломана, когда 160 квартир ломают, и одна наша дверь не взломана, то это, можно сказать, там счет 200-0 или 160-0, но это просто как бы немыслимые показатели. И вот, скажем так, с этими всеми событиями появился запрос, которого до недавнего времени в принципе не было необходимости в таком запросе. Это уличные двери, двери в частные дома, коттеджи, офисы с минимальной теплопроводностью и с максимальной возможной защитой от взлома, от осколков, от пуль. Опять же, исходя из тех материалов, которые в недавнем времени появились, исходя из тех событий, которые побудили на разработку такого нового решения. Несколько последних месяцев мы разрабатывали и подбирали, получается, материалы и комплектующие это изделие термодвери с защитой от Калашникова, даже есть такая, если есть такая необходимость, с максимальной площадью остекления. Ну, может показаться, что да, это уже и, там, и 20, и 30 лет назад такое было, и сейчас куча предложений по дверям с пулестойкими окнами. Но если разобраться глубже, то мы получаем двери, которые, ну вот мы возьмем там дверь с максимальной там пулестойкостью и максимальной площадью остекления. Там можно сказать, там, ну вот, в обменках стоят, там, в пунктах обмена валют, вот там вход в банк, то есть там тоже как бы стоят пластиковые либо алюминиевые двери с максимальным остеклением, то все эти как бы решения, они либо, скажем так, имеют большую площадь остекления, но имеют урезанные в защите от взлома и очень урезанные по теплопроводности, то есть у них, скажем так, это холодные двери, которые либо она имеет большую площадь остекления, но при этом не защищает от взлома и не защищает от холода,
Либо это решение, которое защищает от холода, от взлома, но при этом там минимальный стеклопакет, остекление минимальное. Ну, на примере разберем. Скажем так, дверь, допустим, да, глухую дверь без стекла, скажем так, да, можно большое количество металла применить в ее изготовлении. Она автоматом получает хорошую защиту от взлома, хорошую защиту пули от осколков. Но она будет холодной. Ну, вот это как бы она не будет защищать, то есть нужно будет вторые двери, либо холодные тамбуры делать. Она не будет защищать от холода. Либо можно получить дверь теплую, но при этом она будет сделана, скажем так, из такого металла, как холодильник, там это 0,5 мм, 0,7 мм, то есть, ну, это минимальная толщина металла, и она никак не может быть защитой от взлома серьезной, она никак не может защищать от пуль, осколков. Поэтому, чтобы совместить три параметра, это защита от взлома, защита от пуль, осколков, и минимальную теплопроводность, то пришлось применить весь свой опыт, все свои возможности, ресурсы производства, применить уже на сегодняшний момент доступные материалы, чтобы создать такое решение. Вот несколько последних месяцев мы создавали двери для частных домов с площадью остекления 60-70%. Это очень большой показатель площади остекления для входных дверей. При этом четвертый класс защиты от взлома и при необходимости до третьего класса защиты пулестойкости. Ну, может показаться, да, ну что там стоит взять, заказать в компании, которая производит стеклопакеты для там бронированных автомобилей, для кассовых узлов, заказать стеклопакет, купить уголка там, либо профильной трубы, все это как бы сварить, покрасить и готово. Но теплопроводности никакой не будет. Теплопроводности не будет, это раз. И надежность этой конструкции при таких огромных процентах остекления, то металлоемкости и жесткости конструкции, она очень страдает. Поэтому надежность этой конструкции, она тоже падает в разы. То есть срок службы, все это падает. Затем можно, скажем так, взять, опять же, тот же купить стеклопакет, там, делать дверь там, с минимальной толщиной металла, всего остального, получить условно неплохой показатель по теплопроводности, минимальной теплопроводности. И при этом, опять же, надежность страдает, и все остальные, скажем так, зоны у двери, за исключением стеклопакета, они не будут отвечать тому классу пулестойкости. Я уже молчу про взломостойкость такой конструкции. Это там у нее никакой не будет. Поэтому мы совместили максимальный класс надежности для дверей частный дом. Четвертый класс взломостойкости для дверей частного дома – это очень высокий класс. Это класс, который уже защищает от воров, мародеров, уже применение электродрелей, фомок, зубил, молотков. Весь этот набор инструмента, которым можно за отведенное классом четвертым время взломать более чем 95% дверей, которые в принципе продаются и стоят по территории Украины, то этого набора инструмента и времени будет недостаточно для того, чтобы сломать наши термодвери, которые мы разработали и производим. Как это происходило? Происходило это само собой не на бумажке, не в теории. Ну и, естественно, из бумажка, из теории этому тоже отводилось огромное количество времени. Все это делались опытные образцы на пулестойкость. Почему делались опытные образцы на пулестойкость? Потому что, как мы столкнулись с тем, что купить пулестойкий стеклопакет с высоким классом пулестойкости, и при этом, чтобы он был теплым, это имеется в виду с минимальным коэффициентом теплопроводности, как оказалось, такого нет на рынке территории Украины. Почему нет? Потому что, опять же, не было такого как бы продукта и не было таких запросов. Вот после того, когда уже с февраля месяца люди ощутили на себе, что такое, особенно в частных домах, когда просто, скажем так, шли на пролом и ломали все подряд двери, окна, все это выламывали, вообще не тратя на это абсолютно времени и с минимальным набором инструмента, то сейчас люди задумались, скажем так, понятно, можно было бы просто заколотить ставни, условно, там, забить листами металла эти проемы,
там, сделать какой-то лаз и лазить в этот лаз. И скажем так, да, это в принципе будет хорошая пулестойкость, хорошая взломостойкость, все это наглухо заварить, эти проемы, окна, двери, все это заварить наглухо и лазить там в какой-то люк. И радоваться тому, что да, то есть не пробьет пуля, не прилетит осколок. И, в принципе, при условии того, что стоят вторые там теплые пластиковые двери, это, в принципе, будет тепло. Но, естественно, ну, многие люди на такой компромисс не готовы, как, ну, я думаю, как все нормальные люди, не готовы на компромисс жить, скажем так, в бункере, в темноте. То есть люди хотят сохранить тот уровень комфорта, что у них максимально окна, максимально остекление на дверях, там, выходы на балконы, на террасы, чтобы люди спокойно как бы продолжали жить. И при этом они имели как высокую защиту от взлома пуль осколков, так и при этом не потеряли в термосбережении, что сейчас очень актуально. Сейчас все прекрасно понимают, что топить, скажем так, ну, это не дешево. А если это дом там, на 600, там, на 1000 квадратных метров, даже дом на 300 квадратных метров, его, если это просто-напросто будет все тепло уходить через дверные блоки, то это никого не устроит. Поэтому вот такую мы взяли планку, и мы эту планку, этой цели добились. То есть мы уже выставляем объекты, на которых двери с максимальным процентом остекления, это 60-70% остекления. Это двери 4 класса защиты от взлома. И все это остекление, оно энергоэффективное. Эти все дверные блоки с высокой, как я сказал, защитой от пуль, осколков, взлома. Все вот это решение совместили в себя три до недавнего времени. Ну и само собой, даже не до недавнего. И на сегодняшний день, обратившись в любую компанию по дверям, они не смогут предложить решение, которое объединит в себе три параметра, которые будут достигнуты до максимума. Того максимума, который наша компания занимается. Мы всегда стремимся к тому максимуму, который позволяет покупательская способность рынка и те материалы и комплектующие, которые можно, скажем так, достать и получить этот результат. То, как мы как бы этого добивались, здесь было, ну, задействованы все ресурсы компании, нашей компании, ресурсы по возможным лабораториям, такой как Укрметртест-стандарт лаборатория. На сегодняшний день это было сложно. Ну, на самом деле, в большинстве лабораторий на сегодняшний день отказывали в возможности проведения проверки дверных блоков. Понятно, по каким причинам. Сейчас, допустим, лаборатория сертификации по пулестойкости и взломостойкости у нее не было. Они сейчас полностью завалены испытаниями бронежилетов, окон в бронеавтомобиле. То есть у них нет сейчас возможности испытать дверь на взлом, на пулестойкость. Сейчас у них другие приоритеты. Поэтому все это приходилось правдами и неправдами где-то договариваться, где-то у себя проверять. Была создана специальная камера для проверки теплопроводности дверных блоков, а именно двухстворчатые дверные блоки. Двухстворчатые дверные блоки — это вообще целая отдельная история, отдельное направление дверей. То есть делать дверь еще одностворчатую, вот с теми параметрами, которые я все это время перечислял, это еще полбеды. А вот сделать двухстворчатую дверь, что у которой две створки активные, они работают, то для этого здесь были задействованы на сегодняшний день, скажем так, все возможные методы, способы, материалы для того, чтобы добиться на двустворчатой двери минимальной теплопроводности, ну, минимальной коэффициента теплопроводности. Поэтому была создана камера для двустворчатой двери, в которой создается температура до минус 32, но на самом деле до минус 32 не совсем даже, скажем так, корректно создавать такую температуру. Создается температура минус 15 градусов и создается температура за дверью плюс 20-25 градусов. И все это тепловизором проверяется. Все утечки, вся карта, скажем так, дверного полотна, где какие потери. Вся эта карта, скажем так, была учтена, доработаны слабые места, и мы получили то решение, которое вот отвечает этим трем пунктам,
трем несовместимым пунктам. Это защита от взлома, защита пуль осколков и минимальная теплопроводность. Еще и максимальная площадь остекления, забыл сказать, это 4 пункта. Значит, вот эти все 4 параметра были совмещены в новом решении по частным домам. По предложению для частных домов, там, где люди не готовы идти на компромиссы по каким-то ставням, там еще прочим, то сколько это стоит, здесь, опять же, вот философия компании вот никогда не отталкивалась от того, сколько это стоит. Здесь, получается, философия компании, она скорее отталкивалась от того, что кто может предложить такое за такую цену. То есть вот это будет более правильное вообще сравнение нашей компании с любой другой компанией. Вот так было всегда. Когда мы создали вот эту линейку «Мускул дверей», когда пятый класс это было что-то недостижимое, и когда мы создали вот эту линейку «Мускул дверей», где пятый класс был не просто железный, он был железобетонный, не в плане материала применения для этого класса, а в плане того времени и инструмента, которым пытались сломать такие двери, то этот пятый класс, он был сделан с огромным запасом. И опять же, наш пятый класс, это, и наш вообще уровень защиты, это уровень защиты, который защищает, если вор, скажем так, придет с диаметром диска там на 5 миллиметров больше, то пятый класс как бы, здесь дверь не выдержала пятый класс только из-за того, что диск был на 5 миллиметров больше или там сверло на 5 единиц тверже. Здесь как бы такие отговорки, они не работают. У нас все сделано с запасом, с огромным запасом, который в свою очередь показал, что этот запас абсолютно не лишний. Сейчас, опять же, то, что происходит в целом по рынку дверей на территории Украины, здесь, как по-любому, взять любой как бы отрасль, естественно, отрасль просела. Просела по причине отъезда людей, это раз. Второе, скажем так, неопределенности людей, это два. Скажем так, неопределенность тянет за собой что-то как бы влаживаться в что-то хорошее, или в принципе что-то влаживаться, непонятно, имеет этот смысл влаживаться, не имеет. У людей, вот эта дилемма, она во всем отразилась. Потом курс доллара, соответственно, подорожание всего, чего только можно, мебели, сантехники, все, скажем так, подорожало в разы. Естественно, произошел определенный спад с учетом вот этих всех факторов. И факторов, естественно, гораздо больше. Насколько я знаю, то множество компаний позакрывались по разным направлениям, в частности, по дверям многие компании позакрывались. Территориально они находились в тех местах, в которые прилетали ракеты освободителей, в тех местах, где они прилетали рядом, скажем так, находиться там уже было опасно, поэтому все это прекращали свою деятельность множество компаний. И множество компаний закрылось именно по причине уменьшения спроса и повышения, скажем так, стоимости материалов, где уже те компании, которые там работали в этой натяжке, вот эта натяжка, она просто порвалась, и, скажем так, им уже не было возможности, скажем так, держать коллектив. Какой там человек захочет работать за тот бюджет, который, допустим, вот эти компании в натяжку, которые этот бюджет выделяли на производство своих изделий. Люди просто, скажем так, терялись сотрудники. Вот это тоже одна из причин, которые, скажем так, множество компаний распались. С учетом всего этого, скажем так, уменьшения возможностей, скажем так, предложения, и с учетом того, что сузился спрос, то вроде бы как бы вот это количество компаний, которое осталось, оно вот как бы борется за заказы, и на самом деле заказов не так много. В первую очередь по причине, потому что, я возьму, допустим, сегмент уже, скажем так, дверей, которые не эпицентровские, скажем так, двери, не те двери там однолистовые, которых навырывались, люди просто посмотрели по своему подъезду, что осталось тех дверей, которые можно пойти и купить в эпицентре, то есть, это двери, которые, не защищают абсолютно. Абсолютно. И если бы это пришел не российский солдат,
не мародер, а пришел бы вор, он бы, в принципе, с таким же успехом за такое же время так же само бы сломал эту дверь. Поэтому люди либо покупают временные решения, либо не готовы платить за решения, которые готовы защитить. А здесь, как бы, ну, здесь уже остается узкий список компаний, которые могут такие решения предложить. Так вот, по вот этому узкому списку компаний количество заказов, оно очень низкое. Низкое количество заказов в компании, которые тоже как были, скажем так, созданы там 3 года назад, так и в компаниях, которые уже там 20 лет. Все это количество заказов упало. Многие компании переступили вот этот порог хорошего и перешли, скажем так, лишь бы обы что делать, под якобы, ну, то есть используя свой, скажем так, имя компании, то есть они продавали решение, которое было все уменьшено, урезано. Тем самым они тоже уже как бы не играют в долгую перспективу, то есть они просто как бы растрачивают свою репутацию на выживание. То в компании «Монолит» такого даже вопрос так не стоял. Допустим, когда вот это все началось, когда я никуда не уезжал, ну, я прекрасно предвидел ситуацию, что спроса на масс-маркет двери, их будет, он огромный будет спрос. Люди будут покупать временные решения. И, допустим, не начав производить лишь бы какие двери под брендом «Монолит», я бы просто обогатился, это было бы, ну, это был бы очевидный факт. Но я принял решение, недолго думая, что такого точно не будет, точно не будет. Мы, наоборот, будем продолжаться еще дальше работать, еще дальше, скажем так, совершенствоваться. Будут появляться запросы на вот совершенно уникальные до недавнего времени решения, как то, о которых я говорил, это термодвери с максимальным классом защиты от взлома, пулестойкости и с максимальным остеклением. И, скажем так, задача была сохранить коллектив, чтобы все эти, скажем так, идеи, решения воплощать в реальность. Коллектив был полностью сохранен в количественном соотношении, то есть количество сотрудников до начала войны полномасштабной, и сейчас количество сотрудников даже увеличилось. Чего нельзя сказать о, наверное, 99% компаний по дверям, это 100%. Ну, это в любом случае, в этом я уверен, все сжались, все, скажем так, насколько это возможно, сжались по бюджетам, по количеству людей, по всему. И, ну, почему сжались? Потому что у них задача стояла, скажем так, ну, то, на чем сэкономить. То есть вот почему я начинал с того, что философия в компании «Монолит», это никогда не стояла задача сэкономить. Задача была сделать лучше, и чтобы человек понимал, что это лучшее предложение, которое может быть, чтобы этот человек, заплатив немалые деньги, он получил и был уверен в том, что он получил лучше. А здесь как бы экономия, ну, абсолютно разные, скажем так, подходы. Вот именно поэтому там после 3-й недели февраля месяца, скажем так, начали возвращаться сотрудники, у кого была возможность вернуться. Естественно, часть сотрудников еще не могли вернуться, там, в Черниговской области, там, в Кировоград. Часть сотрудников пошла добровольцами защищать нашу родину. Огромное спасибо, поклон. Мы им помогаем, я в частности помогаю тем людям, которые, вот мои сотрудники пошли на войну. То, естественно, коллектив подуменьшился, но он постепенно набирал обороты, набирал количество специалистов. И мы опять вышли на то количество сварщиков, сборщиков, установщиков. Расширился штат по, скажем так, мозговой деятельности, это конструктор добавился у нас. По вот этому нашему видеопродакшену количество людей, оно не уменьшилось. Ну, и вот к чему это веду, что количество заказов у нас, ну, на сегодняшний день, то оно уже, количество заказов переваливает за Новый год. То есть, ну, вот в таком режиме, как мы работаем, мы будем продолжать работать, даже с поступлением новых заказов, либо выработкой тех заказов, что есть, у нас, в принципе, уже до Нового года мы обеспечены. И заказы при этом поступают. С чем это связано? Ну, я для себя, при том, что у нас нет рекламы, мы не даем рекламу, при том, что мы никому не навязываемся, не даем какие-то откаты, проценты, как у многих построена, в принципе, их деятельность компании.
Это связано именно с той, ну, на мой взгляд, я считаю, что именно с той философией, которая была взята, которая все эти годы, мы шли по этой философии и продолжаем идти по этой философии. Делать как можно лучше, как можно качественней. И то, сколько это у нас занимает времени и ресурсов, это не должно волновать заказчика. Он должен получать то лучшее, за которым он и приходит. Поэтому вот я думаю, что вот в связи с именно такой философией и у нас и поддерживается стабильное количество заказов, стабильное количество сотрудников, которые получают достаточную, скажем так, оплату своего труда. Это здесь не рассматривается то, что ну, давай делай побыстрее, вот тебе там 1000 гривен, то есть что ты возишься с этой. То есть здесь все от обратного. Делаешь как можно лучше, получаешь за это, полностью компенсируя свое время. Поэтому вот, наверное, ну также направление сейчас вот наших мускул-сейфов, это вот наши цельнометаллические сейфы, тоже на этапе сейчас уже выхода наша новая модель, которая, на мой взгляд, будет востребована. Плюс этой модели будет, это ее универсальность. Это сейф всего-навсего будет 30 на 30 сантиметров. То есть это вот такой небольшой кубик, у которого сохранены толщины металла. Там будет самый тонкий металл, это 4 сантиметра. Стенки будут, дверца будет в нашем, уже назовем это, фирменном стиле. Толщина дверцы будет больше 8 сантиметров металла. Там будет применена уникальная ригельная система, которая вообще не имеет близких аналогов по всем параметрам. По параметрам вообще своего размера. То есть, чтобы создать такую ригельную систему, ну, чтобы в такой сейф впихнуть ригельную систему, это было ну, невозможно такого приобрести. Ригельная система, которая тяговитая, которая будет тягать ригеля толщиной 40 мм и шириной 80. 40 на 80 вот такие огромные ригеля будут. Ригельная система, которая будет защищена ну, немысленным количеством каленого металла. Я просто вам, когда сделаю обзор этого сейфа, это просто у многих станут волосы дыбом, то есть ну, насколько там все доведено до максимума. Вот этот сейф как бы уже на этапе, скажем так, выхода первого образца. Вроде бы так немного, скажем так, излил душу, то есть то, что как бы сейчас происходит, что, скажем так, на душе, на сердце. Будем тогда прощаться, если вам будут нужны взломостойкие двери, сейфы, термодвери для максимального энергосбережения ваших коттеджей, даже с максимальным остеклением, обращайтесь. Мы находимся в городе Киеве, улица Вискозная, 3Б. Здесь находятся наши офисы производства. Приезжайте. Всего доброго. До свидания.